Всем привет! Сегодня у нас с вами будет прихожая. Название не помню. Как мне сказали на магазине, там прихожая и вешалка. Так как у меня видео нет про эту прихожую, еще не снимал. Вроде как не помню. Вроде не снимал. Попытаюсь на адресе снять таймлапсом ее сборку. Ну, там уже будет видно. Что-то в последнее время мне на адресах начали запрещать снимку вести. Вот так вот. Ну, уже включение будет с адреса. Thank you.
вот что получилось. Здесь штанга, здесь полочки. Там полочка, ящик, и там ящик. Крючки здесь то же самое. Так, ну что, вышел я с адреса. Сборка вышла у меня на 2850. И главное, что меня никто не предупредил, что есть еще вот такие вот полусобранные детали. Про них мне никто ничего не говорил. Как мне сказали, шкаф и вешалка. А про это, видно, это бонусом. Я уже не стал. Вдобавок заказчик очень сильно спешил. Сборка у меня вышла на 2 часа. Из-за этого договаривались, что я управлюсь максимум за 1.5 часа. Ну, плюс вот эти вот нюансы. Я сразу, как только зашел, понял, что сказал, что чуть дольше будет. Потому что новые нюансы. Вот такое вот видео будет. Так, по кухням ролики. Одна у меня полукухня в стадии. Я не хочу кусками. Сейчас на этой неделе уже решится вопрос. И я доделаю и выложу. И две кухни, можно сказать, потеряшки. Кухни фабричные, они пришли. Ну, ремонты у заказчиков еще не доделаны. И они в висячем состоянии. Когда там они доделают ремонты? На одной я был уже, меня попросили подъехать, чтобы разобраться по кухне, порешать там вопросы с плиточником совсем, как это лучше все сделать. Он мне сказал, сроки управиться за 2 недели. Но все равно я так чувствую, что эта кухня будет в феврале. Я там посмотрел, еще надо было плитку им снимать по всей, там еще работы какие там 2 недели. На тяп-ляп только там выйти на 2 недели. Вот так вот. С кухнями пока в такой стадии. В архиве я там понаходил еще летние ролики про крепеж. Что там обзор кухни, еще что-то нашел. Может, еще и такого клада. Видно будет. Пока с работой так себе. Предлагают и кухни. Дорогие кухни, а со сборку за 3 копейки. Ну такой, ну не хочу, ради контента можно было взять, чтобы показать. Ну у меня заработка там вообще, ну не хочу. Пока ведь будет в так, может, пореже ролики будет. Все, всем спасибо.